Привет, добро пожаловать на канал Fox Tales. С вами Катерина. Это продолжение Фореста. Вторая его часть. Мы тут строим базу. У нас есть вот такой прикольный друг или подруга. Покажи грудь. Что заныкалась-то, а? Какая злая. Явно женщина голодная. Сейчас мы ей немножечко массаж сделаем, позвоночник вправим. Я говорю, женщина. Вот. У нас есть классный дом. Правда, в нем нельзя сохраняться, но меж тем он есть. У меня есть мой друг Калюся. Отдыхает, загорает. Смотри, какую красотку я поймала. Где-то у нас был костер, но, видимо, он все, он погас, и это печально. Калюсь, давай разведем костерочек. Брось, пожалуйста. Смотри, ему можно давать всякие задания. Ой, как мне это нравится, это прикольно. Это построй костер и вперед. Вот, видал? Да, видел, видел. Морщинистый мой друг. Смотрите, я тут увидела в машине вот эту штуку. А мы же ее вроде собирали. Да, смолу собирали. Интересно, можно ли на этой машине поехать покататься? Ладненько, сегодня задача следующая. Дождаться нашу великолепную, манящую красотку и последовать за ней. Пока все это происходит, мы с тобой построим делянку, чтобы... Коля... Не надо отыгрывать роль Жанны Д'Арк. Не бери с меня пример дурной. Мы построим деляночку. Пусть у нас растет какая-нибудь трава-мурава. Да? Ой, смотри, видишь, загорает. Говорит, великолепно. Великолепное место. Запахи какие. Горшок для растений. Кашпо. Давай горшок для растений сделаем. Ну, если у нас здесь дом... то пусть вот где-нибудь вот здесь и растеница будут. Так, хорошо. Коля, мне нужны палки. Не то. Не камень. Возьми палки. Отдай мне. Молодец. Видал? Все. Будем немножечко улучшать наше место пребывания. Подождем нашу красотку. Если она не появится, щеманемся сами по ближайшему нашему навигационному. О! Прикольно. И не надо было Кольку заставлять работать. А что, у меня что-то же есть. Да, у меня есть семена. Это что, семечко куста черники? Одно, что ли? Как-то маловато. А давай. Что еще можно построить? Пока хочется погрузиться в атмосферу. Кровать. А, ребят, а может быть на кровати можно сохраняться? Как ее повернуть? И к. Где эти? Ага, вот. Так. Вот так. Она все равно немного неровно встает. Потому что, знаю, что в прошлом Форесте в домике можно было сохраняться. А здесь, наверное, предположу, что все-таки нужна кровать для отдыха. Угу. И заберем. О! Да ты поаккуратнее! Ты мне чуть эту шишку на лбу не оставил. Иди неси еще. Я нам двуспальную кровать сделала. Не смотри, что мы оба мужчины, мы поместимся. Не настолько мы с тобой и бодибилдеры. Так, далее посмотрим, что еще можно построить. Ну, хотелось бы в идеале, знаете что, чистокол. Огородить все это место. Где он ходит? Вот, но я не нашла в рецептике чистокол. Это что у нас? Хранилище для палок, дорожка из камней там пока не нужна. Вот это вот небольшая ловушка. Можно построить ловушку. Это вот сюда, это вот сюда. Но это как бы взаимозавязано друг на друге. Стул я не буду строить. Полки нету. Если честно, я рассчитывала, что будет полка, на нее можно было бы все сложить. Излишки. Когда у нас всего будет много, пока у нас этого немного. Итак, броня из листьев, коктейль Молотова можно сделать. А у нас какая-то броня же у меня есть. А почему она мне не сделана? Я же ее вроде делаю.
А, я потому что, по-моему, забыла сохраниться. Нет. Нету брони у меня. А, я ее использовала. Да, точно, мы же ее надевали. А, подожди, или я путаю. Ладненько, не суть важно. Я хочу забрать палки. Поставить в кровать. Если наша незнакомка не появится в течение... Ну, вот пока мы делаем кроватку, посмотрим, что еще можно сделать. Ловушку, допустим, да? Вон, у меня костерок горит, кстати. У меня здесь костерочек, а в костерочке у меня дурачки. Ага. Ага, ага, целая рука. Все, больше нельзя переносить кости. А, подставку для костей, кстати, было бы неплохо сделать. А, не хватает веревки для полной брони. Мы бы так полностью укомплектовались. Где залежи веревки найти? Будем искать. Так вот, красотка у нас появлялась и драпала всегда вроде в ту сторону, да? Сейчас ее нет, обиделась. Обиделась женщина, вот и все. Она не появится. Мы ей позвонили, пилингнули, что в ближайшие пару часов я предлагаю двинуться по, знаешь, вот на ту точку зеленую сходить, проверить, что у нас там есть. Пустите, пожалуйста, меня. Вот, можно сохраняться. Да, давай сохранимся, пожалуйста. А, так. Отлично. У нас есть делянка. Здесь растет черника. В домике есть замечательная кровать. Знаешь, видишь? Пытошная. Но это на самом деле ортопедические палки. Спина не устает. Сейчас я заберу у Коляси палочки и все, стой, друг мой, стой, пожалуйста, все, больше не надо, иди за мной и не отставай. Такая анимация прикольная. Если честно, я прям вообще в восторге от игры, вот засела и сижу и выходить не хочу. Знаешь, что не хочу? Не хочу торопиться по сюжетке даже двигаться. Я просто хотела окунуться в атмосферу Фореста, вот недавно вспоминала, ну как бы переигрывать, ну такое себе, да, удовольствие. Сюжетка знакомая, ну, чисто ради выживалок. Вот если мы туда пойдем, да? Давай туда пойдем. Коль, пошли. Но... Погоди. Съесть. Я не голодная. У меня не хватает здоровья моего. У-ху-ху. А это беда. А это плохо, ткань. Это что у меня? Морожка. Нет, подожди, морожка, дурожка, сумка и шкура. О, сумка. И типа чё? У меня есть лук. Видишь, какой красивый сделала себе лук. А, нет стрел, правда. А, я не поняла, зачем мы сумку сделали. Что с ней, какая от нее польза. Но у меня мало здоровья, мне это печалит. Давай пойдем с топориком. Прям вообще, вот хоть бы это отошел на более чистое место. Может быть, девушка нас и ведет к следующей точке. Хотя первый раз она нас вела хрен знает куда. Но ее нету. Пойдем прогуляемся, все равно сюда будем возвращаться. Так, направление. Вот такое вот. А это дорога ведет, да? Там у нас висит наш друг, мы его не можем снять. Но он как бы мертвый, и бог с ним. Его, по крайней мере, эти каннибалы не сожрут, не разденут, не изнасилуют, не это, кожу не снимут, на себя не натянут. Пусть висит. Вот, а мы быстренько... А, это пень такой, да? Ок. Да, это пень такой. Разведаем, что у нас на следующей точке. Если там красавица опять будет манить, мы прямо за ней сразу мотанемся. У меня была цель построить такой мини-домик, мини-базу, куда можно, ну, прийти в успокоении пожить. Если что, заныкаться, ну, конечно, от них не так себе заныкаешься в этом домике. Но все-таки можно спрятаться и дух перевести, не так бояться.
Вот. А я еще думаю, что нам надо обязательно сбегать по вопросам всех наших, как это называется, отряд, да, скаутов, собрать. Хотя бы понять, кто из них живой, кто из них мертвый, кто нам поможет вещами. Так устала. Вот. Но они разбросаны. В принципе, вот этот от... Ага, это мой дом обозначен. Прикольно. Смотрите, да, уже вижу по карте точно, где мой домик. Не вижу, правда, всей области. Ну, как бы, блин. Мы первый форест начинали вообще толком без карты. Все надо было исследовать. А тут тебе такой GPS-навигатор. Ешь. Жуй-жуй, миксуй. Что-то не особо прибавляет это еду. Вот смотри. Вообще ни разу. Почему у меня полоска с моей этой куриной ножкой не заполняется? Давай я просто наберу. Я слышу звуки, и меня они не радуют. Здравствуйте. Не-не-не, мы это... Мы мимо проходим, мы туристики. Понимаешь, туристики. А ты кто? Чьих кровей будешь? Мне кажется, мы сейчас... Да это спасибо! Спасибо, Колян! Ты мне подсказываешь, ты мне лучше это, спину прикрывал. Так, их двое. Чувствую я, что... Сейчас меня отмудохают! Отмудохают Катеньку! Во все щели ее недоделанные. Вот зато веревка. Пацаны, я не знаю, вы уж извините. Ну, да уйди ж ты, блин. Веревка мне очень нужна. И это тоже берем. Не, черепа нахрен не нужны. Колька сбежал. Колька сбежал, бросил меня. Вообще поганец. Так, это тряпочка. Это брезентуха. Я, кстати, забыла дать ему команду собрать, да, брезент. Пацаны, это ваша ванна? Умывальник? Кровью умываешься, что ли? Ты что это... Княгиня Батори? Охренеть у тебя, серп! Так. А ты тоже серп? Ты серп и молот. Здравствуй, Советский Союз. Извини, что так вот нет. Нехорошо. Ты развалина уже. Все. Нормально. А что, нормально мы их похаёкали? Блин! Жопа голая! Но это неожиданно! О! А я прям здесь, прикиньте, я прям здесь. А это какой-то мутант, он такой большой. Блин, подкрались со спины! У меня сейчас будет очень мало здоровья. У меня аж нож зачесался. Что ж вы так со своим собратом-то не ласково? Я вот помню, в первом форесте там была краска. Можно было обмазаться, они тебя типа боялись. Вот это не похоже на краску. Нет, это похоже на ведро. Нет, у инвентаря, говорит, куда ты там брать собралась? Катя, быстро бери сумку. Тише. Ага, спасибо. Спасибо, спасибо. Ага, ага. Ой, это богатый лагерь. Сейчас тут все исследуем потихонечку. И далее пойдем. А что, нельзя вот это? Можно. Ха-ха-ха-ха. Пледы, одеяло, все я собрала. А когда-то было в таких ящиках бухло. Ой. Жрет своего. Ты посмотри, жрет своего. Дурак!
Ты ж на кето-диете. Тебе такое нельзя. Смотри, сколько жира. Давай, давай. Ты че? А ты чего хочешь? Нехорошо. Что это за сранец? Быстро бегает. Нифига он не толстый. Он говорит, смотри, какие у меня мышцы накачанные. О, 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 женщина, да, я за тобой. Паша, Колька, бежим. Бабу ловим. Что с тобой делать? Да блин, черт подери, вы че мне И ей дали, слышала, она завизжала. Я остановилась, почему? Потому что она показала. Я думала, там направление чего-то. Женщина! Мы далеко. А рестарт это что будет? А хрен знает. Ну, короче, сейчас загружаемся, да? Мы дома. Короче, баба меня так подставила, своим пальцем указала, и я отвлеклась. Из-за этого этот чудо-юд больше он меня с одного удара выстегнул просто. Кулаком по башке, и я померла. Итак, мне понравилась та локация, там много ткани, веревки, все, что нам нужно, поэтому мы туда щемимся. Но где Колька? Но знаешь что? Подожди, я сейчас его найду. Не отвлекаемся больше ни на какие показывания пальцем. Вот чисто, чисто мы следим за обстановкой. Колян, ты где? Я не помню, где Коля? Я вот смотрю по навигатору, буква К. Это значит Кельвин. Где он? Слышь, пошли, у нас ждет это продолжение банкета. Иди за мной. Ну, мы правильно пошли на ту точку, правильно? Она там появилась, поэтому я ей говорю, не обязательно сидеть, ждать ее здесь. Она все равно нас хочет куда-то привезти, что-то нам показать. У нас в костре ничего нету? Нету. Ладно. Так, ну, сейчас я попью воды. Нет, если я не буду. Открой, пожалуйста, мне целый инвентарь. Пока это загружалось, подсказки вылезали. Возьми, пожалуйста. И показано, что типа колесико можно навигатор... Ну, это понятно, типа увеличить. А, щелкать по нему. А я колесико крутила. А это просто на него нажимаешь. Вот тебе, пожалуйста, все эти ориентиры. Прикольно. Сейчас мы посмотрим еще раз. Будем бежать. Так, это мой друг, мы вон туда идем, да, да, смотри, пещера, слушай, а карта-то маленькая, если возможно туда еще есть дорога. Так, ладненько, изучаем потихоньку, не торопимся, все у нас получится, если не мучиться. Мы с тобой, давай прям через лес, мы в лесу. От монстров этих не спрячемся. У них, мне кажется, очень хорошо развит слух. Ну, потому что... Хотя, с другой стороны, мне подсказка, типа, прячьтесь от них в кустах. Значит, у них, кроме большой силы и неистовой ярости и желания тебя покусать, в целом такие же чувства, как у обычного человека... Ну, кроме того, что они очень прыгучи. Чем обусловлена их эволюция в сторону прыгучести? Наверное, островом. Ну, понятно, что там всякие эксперименты и прочее над ним стопудово ставят. Но это как в фильме «Спуск», когда там дураки эволюционировали в слепых, но с эхолокатором монстров. Эти подстроились под лес. Здесь много деревьев, соответственно, вполне можно поиграть в белку-летягу. Так, это я все соберу. Вот, и есть потом будем. И не хиленько так прыгать. Мы подходим к месту дислокации. Очень-очень аккуратно. Ух ты, это какая-то такая интересная трава вот желтая. Я не знаю, что это. Давай возьмем. Ну, сожрем. Нормально? Не помер?
Это морожка. А что за желтая та трава была, непонятно. Ну, какой-нибудь одуван. Нет, это на хризантемку похоже, маленькую, дикую. Можем девушке подарить. Я же не просто так сорвала. Ты что думаешь? Я просто так хожу тут по лесу, цветочки собираю, ягодки. Что, совсем что? Нет. Я же на свидание к девушке иду с пустыми руками. О, здрасте. Ах ты. Да блин. Подмазал, да? Ну, он сейчас нас в лагерь принесет, туда, куда нам нужно. Но это все вот ради женщины. Вот еды ей, значит, несу много. Говорю, все для тебя, для тебя, моя дорогая, любимая. Вот. И что происходит? Не происходит то, что меня убивает. Нас женщина губит. Так, а где этот? А, я пока даже слазить не хочу. Вот. Который молится, вот он, молельник, да, идет? Он сильный. Он прям один удар, но у меня еще жизни мало. Я поэтому сейчас просто посмотрю, что он делает. Ё-моё. Батянь. Еще кто-то тут бурчит. Живот, что ли, мой бурчит? Ты забагался, дурачок, обойди. А я без сознания. Какие неприкольные голожопики. Веревка рядышком. Колька мой там на коленях. Ёпа-мать, вас трое. Охренеть. Колян, встань с колен. Ты чё? Не трогай пленного, козлина. Я сейчас тебе... Я сейчас вылезу, я за Колечку буду мстить. Блин, ну мы с тремя... Их четверо. Четверо их. И вот этот вот дурак сильный на меня смотрит. Посмотри, какой у него морда. Сожранная. Кто в порыве страсти... Я что, я просто спрашиваю, говорю, кто из вас целовал его так неистово в нос, что откусил? Мне хотя бы тот пусть идет. Ну что, рискуем? Долго ли мы тут будем висеть на пне? Мне уже это в прямую кишку вставилось. Ай, ребята! О! Идешь ты в жопу! Да бери ты быстрее инвентарь. Не-не-не-не-не-не. Врагов надо держать в поле зрения. Так ведь, так ведь, так ведь, так ведь, так ведь. Чуть-чуть отойдем. Чуть-чуть отойдем и вернемся. А, это база, то, что нам надо. О, бежит за мной. Ребятка, офигенная плата! Просто бомба. Че, не твоя территория, что ли? Бляха, мух, ты посмотри, какое упорное. Да не бегай ты за мной, отстань. Долбоежик. Да я поняла, что ты мне грозишь своей большой дубиной. Я просто хочу хотя бы отбежать на расстоянии это. Копье поставить. Детский сад, штаны на лямках. О-о-о. Стоп. Мне бы наверх. Просто наверх забраться. Это я задыхаюсь, да? Все, ну мне кажется, они меня потеряли. Так, есть. Теперь ставим копье. У меня нету... К сожалению, можно съесть рыбу. Давай. Не нравится ему она. Не очень вкусная. Так, это я пособираю. В лагере осталась веревка. Мне она очень нужна. Да, сколько добра.
Может, где лекарства есть? Ой, есть. Коль, Коль, дурак ты NPC-шный, пугаешь меня. Ты сильный? Ты без носа? Ты что руками-то меня трогаешь, немытыми, чесоточными? Так, норм. Отомстили за свою поруганную честь. Опа. Бухлишко нельзя взять, ладно. Так, вот это что виднеется? Ага, берем. Так, Коль, нам пора. Нам пора по навигатору вот куда-то вот туда. Пошли. Зачистили лагерь? Отлично. Отличненько. Сделаем временное укрытие, если что, можно будет это сохраниться. Господи, я думала, это. Вот. Бальзомариза. Бальзоморизу мы несем. Больше она, кстати, не появлялась. Она говорит, нет, пусть сам добирается до меня, как хочет. Я, говорит, его отвлекаю, он потом на меня ругается. Слушайте, ну... Охренеть вас сколько! А почему? Так, я вижу. Угу. Мужик, ты живой работник? Так, пацанчик. Ребята, это все чудесно, но нам надо от них оторваться, сделать укрытие здесь и сохраниться. Я вертела на своем копье помирать каждый раз. Ну, если ты один, блин. Кольку ты не трогай. Он невидимка, считай. Я поняла. Колька невидимка, реально, ребят. Куда ты поскакал, дурачок? Они его поэтому не трогают. Меня шиза накрыла. Прикиньте. Коля, вернись! Бляха, муха, их двое. Коля, нет, бежим! Ни хрена себе! Трое детишечков. Посмотри, Колька впереди. А! Блядь такая! Иди нахер! Уйди! Они так и будут меня гнать. Я следую совету прятаться в кусту. Если я умру, то эта игра виновата, что дает мне такие советы. Я как бы не это, не тварь дрожащая. Но, блин, посмотрите на мою полоску жизни. Ах ты, тварь так! Фигня все ваши советы! Найдите лекарство. Да где я тебе найду, мне бы сохраниться? Коля, стой! Строй укрытие. Вы что, твари, охерели? Вы моего пацана заколбали. Коля, я мою боюсь. Я убил Коля. Я промазала. Бляха-муха, Коля, ёб твою мать, вставай. Коля убила я сама. Самое обидное не то, что я умерла, как бы, да и хрен бы с ним, играет этим, это предполагает. Самое обидное, что я другу своему копье в спину ставила. Так, мне надо, чтобы он убрал укрытие, и мы двинули назад, вернее, опять туда же.
Иди сюда, мой золотой. Ну, пошли за мной. Сейчас я его подведу. Мне бы это укрытие разобрать. Я не знаю, возможно его разобрать полностью. Так, теперь рядом с укрытием ты. Построй, стой, сделай перерыв, очисти. Слушайте, а получается нельзя, да? То есть, если я это сделала, бревна, ягоды, рыбу, палки, камни. Ладненько, тогда пойдем. Если у меня получается два укрытия сделаны, то тогда он одно может убрать. А если одно, то оно уже не убирает. Сколько пошли? Как говорится, боженька любит троечку. Сейчас мы им втройнёшку-то задублим в личико, и нормально все будет. Просто у меня есть брезент, надо ему успеть дать команду на постройку укрытия и сохраняться. Либо драпать назад. Потому что там, где обитают детишки, их там много, да, вот эти слабенькие. Они слабенькие, вот эти, которые последние напали, но они берут своим количеством. Вот. И, соответственно, чем их больше, тем от них тяжелее. Бьют они тоже, не сказать, чтоб сильно, но массово. Как я зафиндулила копье, это прям финиш. У нас сегодня какая-то зацикленность получается на одном и том же месте. Оно, я бы туда бы не бегала, но там очень хорошие припасы, согласитесь. И обидно их упускать. Все обчищаем. О, видишь, идет здоровяк. Палево. Давай обойдем с этой стороны. Можно? Давай, 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 давай. Вот. О, опять завел свою шарманку. А сейчас что-то новенькое появилось. Не... Ты охренел? Да что ты? Дай я в тебя попаду. Где колюся? Это я сейчас здесь появлюсь, ладно. Я вот, интересно, я ему помогу, если у меня нет лекарства? И чисто дружеская помощь. Красавчик, на превьюшку пойдешь. Покажи, Гюльчатая, личико свое. Уроды. По Коле не ходи, он это... О! О! Оклемался. Нормально, оклемался. Мой дружок, пирожок. Но я иду сюда с маленьким количеством здоровья, и мне тяжело. Лекарство здесь в какой-то сумке, да, по-моему? Сейчас надо его сразу найти, тогда мы сможем отбиться. Для начала надо свою сумку хапнуть. Где она? Так. Это мое. Так, быстро. Нехер лапы на меня поднимать, бородатое ты чмо. Лекарства были. Так, что еще, что еще? Нахер их черепушки. Бежит, 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 бежит за мной. А я все полутала и валю отсюда. Норм. Нормина, все получилось у нас. Да пей, 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 пей. Быстрее. Все, закрывай. Поехали. Я испытываю усталость. Да какая усталость, не время спать. Где Коля?
Почему я туда прусь? Нам надо вернуться назад. Мне как бы хочется исследовать. Все ж таки, раз я близко. И вот на этом месте уже поставить палатку и отдыхать. Мы нашли. Потому что от этой точки можно двигаться уже к поискам наших друзей. Завалявшихся. Завертахшихся. Вон оно все добро. Слушайте, а меня... А, ну он бежит. Я думала, вдруг он меня бросил. Ну, типа это. Ну, я его предала. Мужик. Вообще с ним не поконтактируешь. Хоть расскажи, что случилось-то. Вроде не похоже на гольф-клуб. Это пещера. Коль, стой. Построй. Укрытие. Давай. Слушайте, не похоже на гольф-клуб. Откуда такие лажовые машины, я вас спрашиваю. Но они же явно не по поезду лесу. Я знаю, это пещера, да? Да. Мы пойдем в пещеру только когда сохранимся. Ломанемся в пещеру? Надо факел сделать обязательно. Возможно, в этой пещере что-то важное. А если они были скалолазники, альпинисты, геологи? И все исследовали здесь. А? И пробудили этих древних дурных людей пещерных. Коль, так, подожди, где здесь сохраняшка? Вот. Та-та-та-та-та-та. Ура! Сохранимся здесь. Спать, не время спать. Поиграем еще чуть-чуть. Давай еще прям буквально пару минут. Сделаем факел. Так, и где у нас палка? О, где у нас тряпочка? Вот тряпочка. Угу. Выбрать. Как тебя поджечь-то? Ну, типа... Нет, это какой-то... Это не то. А как палку-то поджечь? Не, ну я понимаю, что огнем, но у нас... Фонарик не тот. Нет, ты будешь так отбиваться. Давай костер разведем. Попробуем от костра поджечь. Так, погоди, нет, знаешь, как сделай? Сбросься. Как его сбросить? Я испытываю и уже и усталость, и жажду. Вода вот рядышком есть. Коля, пойди сюда. Я хочу, чтобы он мне сделал костер. Я пошла напилась. Иди за мной. Просто если он же в этой точке, где я показываю делать костер, тут вообще жопа будет. Иди сюда. Иди сюда. Сюда подошел? Куда ты пошел? Я говорю, иди за мной. Что ты там делаешь? Ладно. Он ест, я тоже подкрепилась. Построй костер. Угу. Понял? Все, я пошла воды хлебну. Да, правильно, я с этим. Я хочу исследовать ближайшую пещеру. Не знаю, насколько это безрассудно. Надеюсь, очень безрассудно. Залезем. Ну, вот прям выдохлебнуть надо. Так, ну хорошо. А вон лодка. А вот это находка. А вот это я попала. Молодец и хорошо. И это круто. Мы нашли лодку. Возможно, мы ее сможем припарковать. Пей воду. Нам надо лечь спать. Он очень устал. А я так понимаю, когда испытываешь усталость, то, ну, все, это трындец. Надо это, сон обязательно. Так, пойдем залезем. Скинем лодку вниз. А куда она приплывет?
Так, вот это находочка. Офигеть. Вот на том острове самое безопасное. Эти дураки в воду же не лезут, правильно? Я сама-то не упаду. А что она? Типа не... Не хухрынь-мухрынь? Все фигня, ребята. Банки, тушенки. Ну я тебя хоть скинула, как кораблик бы поплыла. Может, где выплыла. Пробоин я не видела. Вроде нормально, да? Ладно. Запомним, что у нас здесь. И, возможно, в дальнейшем нам понадобится. Типа, вам нужно найти лодку. Мало ли, вдруг какое задание будет. Но, смотри, самое безопасное вот на том острове. Если он не соединен с сушей, самое классное будет. Я что успеваю, я то собираю. А, ты типа... Видишь, в чем загвоздка? Он либо с навигатором бегает, либо с недозажигалкой. Мне не нравится эта зажигалка, дает вот этот какой-то синий цвет. Коль, ты меня испугал. Пошли. Где ты развел нам костерочек и домичек? Сейчас отдохнем. В следующей серии лезем в пещеру. Пусть будет самоубийственно, но хотя бы надо, я считаю, начинать потихоньку. Ой, хорошо. У тебя все горит. Ай. Надо изучать потихоньку и нижний подземный мир. Ёб твою же за ногу! Вы чё всем скопом? Она живая! Женщина живая! Ах! Да вы что издеваетесь? Идите в баню! Я его не вижу просто, ни хрена. Она живая. О, молодец, умница! Мам, как тобой гордится! Папка, тебе... Ух ты, у вас столько голожопа! Где вы? Нет, не бей меня! Я хочу, знаешь, я хотела успеть спрятаться в пещеру. Хотела спрятаться, успеть в пещеру. Там подхилиться, если у меня есть лекарства. Мы сегодня катастрофически много помирали. Катастрофически много помирали. Но мы сохранились и здесь. Поэтому в следующей серии мы лезем в пещеру. И исследуем все там. Если бы не темнота гребаная, я бы их убила. Но, если честно, их вообще в темноте не видно. Куда тыкать? Непонятно. Вот так. Встретимся в следующей серии.